Итак, всем привет, с вами я, Пингвин, и я думаю, кто-то не ожидает это, а кто-то все же ожидает. Короче, сегодня будем играть в Madness Accelerant. Я думаю, кто-то удивлен, а кто-то не очень. Ладно, давайте начнем новую игру. Так, нас просят выбрать, клавиатура или мышка. Я выберу мышку. Нормальный, безумный. А давайте безумный. Где-то в Неваде. Так, у меня записывает? Да, у меня записывает. Хорошо. О. Мы можем стрелять. У нас тут чувак с этим магнитофоном. Так, еще мы можем прыгать. У нас двойной прыжок. Можем так даже вниз целиться. Опа, hello. Рики. А я тебя знаю. Ну давай, нападай. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Давай чуть-чуть полегче это. Ага, я как понял, после каждого удара нужно прыгать, чтобы просто не попасть. Хорошо. Так, ну и Рики также будет избивать еще своих. Хорошо, это нам на руку. Так, ясно, он нас куда-то выбросил. Так, будем избивать вот этих чудиков. Это вроде бы как инженеры, насколько я помню. Ну, я не знаю, как они называются. Опа. Огнемет — это опасно. Так, все, заходим. Так. Так, тут еще челюхи. Жарим. Жарим и жарим. Ладно, погнали дальше. Так. Вот меня тут рабоша решили убить, поэтому я вас буду убивать тоже. С петухана. Нате вам петуха. А хотя нет, давайте с дробовиком. Все, все умерли. А нет, еще не все. Ой-ой-ой-ой, у меня что-то страница чуть слетела. Так, оба, оба. Они там вроде все умерли. Да, хорошо. Так, у меня ж не слетела запись, да. Так, вот наш дракон. Мяу, и началось. Удачи. Спасибо, чувак, очень выручил, когда дал мне гранатомет. Так, теперь будем с огнемета фигачить. Опа. Опа. Ах ты, блин, ударил меня все. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, как больно, как больно. Ударил. Спасибо. Опа, ты даже мне второй принес. Гранатомет, огромное спасибо. Так, все, сваливаем в лифт. Если его можно таком назвать, так. Ага, сейчас он будет ломать. Мы с тобой встанем и будем ему наносить урон. Ха-ха-ха-ха-ха. Видали, какой я хитрый? Ак, все, чувак сказал, что мы больше не будем заниматься этим. Так, почему-то у меня сейчас завис. Ну вот, немного перс. Так, а дай-ка мой этот гранатомет. Отдал сюда мой гранатомет. Так, все, бьем. Ну вот, чувак, пока нам показывают факи, мы можем его, ну вот, потихоньку убивать. Погнали его дальше мочить. Ага, у меня осталось 1 хп. Но у меня есть 3 жизни, это я знаю.
Ой-ой-ой-ой. Он начал ломать лифт, а я не вовремя умер. Все хорошо, он своего прибил. Опа, все. Он сейчас ломает лифт, быстрее. Дай мне свалить. Хорошо, отлично. Так, мочим этих чуваков. Опа, ты что, сюда придешь прям? Давай. Так. Ага. Я, видимо, не успел спуститься. Так, спускаемся. А, я понял. Когда наш перс стреляет, он вот будет вот так вот медленно опускаться. Хорошо. Это я усёк. Ой-ой-ой-ой. Опасный. Опасный чел. Но, правда, он умер, поэтому он теперь больше не опасен. Мочим. Уклоняемся. Так, ждем. Хорош. Хорош. Еще оружка даже получше. А, ладно, Дигл в целом сойдет. Ой-ой-ой. Ага, он нас, видимо, да, он нас бросил в стену. Ладно, купим этих челиков. Очень, очень сейчас у меня будет, ну вот, много патрон на попехе. Так, ну дальше влево. Ага. Еще чуваки с ППХами. Это очень кстати. Да хватит меня бить. Дайте мне эти хот-доги сожрать. Они еще же хп дают. Так. Ага. Кто здесь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это было опасно. Давай, давай. Нападай. Давай, нападай. Чувак, у меня очень много способов тебя победить, но в основном я буду вот так вот делать. Давай, чувак, ударь меня. А, ладно, не хочешь, не надо. А, нет, хочет ударить. Ладно. Давай еще. А, все, ты больше не хочешь, ладно. Так, вот эти вот чуваки мне мешают чуть-чуть. Ой, не бей. Ладно. Так. О, как мы классно сюда залетели. Ладно, мочим. Просто мочим, все. Так, еще чуваки появились. Кстати, хп у меня не так уж и много. Так. Ладно, возьмем дробовик лучше. Все? Хорошо. Все, погнали внутрь. Хопа, хопа. Хопа, хопа. Так, возьмем бензопилу. Еее. Йоху, мясо. Ах вы, блин, меня еще пить собрали, да? Мясо! Да! Мясо! Еее. Хороших оружий, кстати. Так, погнали. Салам алейкум. Алейкум ассалям. Так, ладно, возьму вот ППшку, потому что рук там уже мало этого. А, нет, хотя мне еще хватит этой бензопилы. Да, погнали, вперед. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Зря к жизни взял именно бензопилу. Хотя вот так вот ему можно чуть наносить урона, но я сейчас так умру. Все, я умер. И у меня осталась последняя жизнь.
Жалко. Ладно. Так, у нас сейчас опять ППшка. Так, уворачиваемся. Уворачиваемся. Так, он стреляет. Так, вот у меня очень мало хп. Это очень плохо. Потому что это все же моя последняя жизнь. Так, хорошо. Он их убил. Стреляем, стреляем. Так. Там тут забыли. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо, что здесь происходит? Так, я как понимаю, осталось вот только его замочить, но мне будут еще сзади мешать. А у меня всего 6 хп, а я не хочу умирать. Я хочу все же это как-то пройти. Два хп. Кстати, кажись, умер. Блин. Жалко, что мы не прошли это. Ну ладно. Это было весело. Эх, ладно. Но ничего страшного, мы тебе в следующий раз отомстим. Вот, Рики. И я даже знаю, в какой игре мы это сделаем. Нечестно! Я требую своего адвоката. Что за фигня сейчас пошла, я не понял. Ну да, всем спасибо за просмотр, с вами был я, Никита. Всем удачи, всем пока. Если захотите еще видосов подобного формата, то хорошо.